Забег номер 212. Звери. У, смешная активка. Кстати, этой активкой могу пользоваться, у меня хп есть красная. Тринкета нету. Нету. Только таблетка. Может быть, даже ее съем. Мне нравится, у нас уже 4 ставки было, по-моему, каждый раз было или 50 на 50, или было 51 на 49, по-моему, соотношение, каждый раз. И за все время, по-моему, один раз выиграла ставка, да, по-моему, за все время. Так, пища для размышления. Ну, прям всегда прям 50-50, прям, люди прям верят, что однажды так оно и будет. Здравствуй, Кагамичка. Я эмоуты, блять, я их добавляю порой очень долго. Хихон, не надо панику поднимать. Я бывает так вообще не смотрю по 5 дней, потом только добавляю. У меня Steam-то вообще даже не открывается. А, не открывается, вот. Это говно еще и работает стрёмно. Нету, а, понял. Ты его сам что ли сделал? Ладно. Кеклера можно и добавить. Так. Окей. Нажал драузин, окей. А, ну, вот те самые статы, да? Ни терзы, ни дамага. Все ушло в дальность. Даже удача почти минус один ровно. Кстати, мой шедоу будет надо помогать маленько. Немного, но этим можно пользоваться иногда. По ситуации. Если враги будут соответствующие. Вот эти мухи нормально, да. На мух хорошо работает. На блох тоже, наверное. Я не беру блессинги больше одной штуки. Я себе даже правила выдумал, что типа я не могу дюпать блессинги. Потому что это отдает мерзкой французской стратой, которые каждый блядский ран ломают через блессинги. И я этим заниматься не буду. Ну и тем более уже сегодня был блессинг, я не хочу брать еще один блессинг. А, там был рейд, подожди, я даже не увидел. Либра, привет. Спасибо за рейд. Здравствуй, Либра. Как оно? Как поиграли в Айзека? Ладно, я знаю, в Айзека не играете. Тогда как постримили? Блессинг, по-моему, не... Нет, кстати, блессинг может дать на блессинг, наверное. Наверное, может! Я, кстати, мог на эфреймах нажать два раза, думаю. Я мог на эфреме два раза нажать. Так, я сейчас хп уже 2 проебал, это плохо. Это может быть зря я проебал 2 хп. Ссылку. Там челики просто ломают каждый ран и получают 10 блессингов. Грубо говоря, там ничего интересного. Просто ломают игру в каждом ране почти некоторые. И получают 10 стартовых айтемов на каждом новом ране. Сейчас эту игру можно ломать буквально в каждом ране, если захотеть. Игра стала еще легче в плане ломки, а не сложнее, что добавили еще больше всякой хуйни именно для ломки. Зря я так делаю, ну ладно, это быстрее зато. На это Affinity, да, он первый начал. Они даже в принципе это и не придумали, это придумано было еще до них, задолго до них. Батя был не француз, батя был американец. И, в принципе, еще в то время все это осуждали. В общем-то, так косо на это смотрели, а сейчас он вся Франция этой хуйней мается. И радуется. Потому что это честно, а вот тем-тренер это нечестно. Но ломать игру честно в каждом ране. Вот в таком мире мы живем. Так сказать, society. Такая вот у нас ситуация. Понятие честно и нечестно.
Так, ну ладно, короче. Больше я не хочу хп тратить этим камикадзе. Пока путем дальше. Я запутался! Мама, я запутался. Блин, кошка под окном говорит. Это чья? Так громко еще. О, кстати. Это интереснее. Это ХК. Через месяц, когда мамбе подписку возобновит, если он будет ее возобновлять. Да, через месяц. Как бы без обмана. Без обмана. Да, это он захотел, чтобы я поиграл в Hollow Knight. То он закинул. Я не уверен, это супер. I don't think this whole idea with rules was freaking will be anything viable, TBH. Because most of these rules are fucking brain dead. And not needed at all to even like specify like most of them. I doubt it will work. Everyone will play like they wanna play in the end. Like it always was with Strix. Nothing will change. It's not a problem, TBH. Because rules were always like pretty simple. Like get full file. Don't save and quit. Start as a like character that you wanna play with. And complete like needed goal. And that's it. And don't cheat, that's a big rule. As we all know. But not all of us know, I guess. We had exceptions in past year. That's pretty much it. No need to make this any harder. Like actually no need to make any more rules over this. It's that simple. Like it never will be like speedruns. Like not a chance. There is no need to make like this very advanced rules for every fucking step of the game. Just useless information. Лаги в музыке? А возможно, да. У меня же бывает глюч этот плагин, который музыку удаляет. Ну это редко, оно обычно редко и ненадолго, потом отпускает. Нет, это музыка из Clash Isaac. Это музыка из Clash Isaac. А! Ну хотя, ладно. Вроде ничего не было. Че я ищу? Что я ищу? Шоу. Так, а ран куда? Ран на зверя. Ха. Если был бы бомб имбьюн, это было бы забавно. Это можно было бы обузить. Так, а бот работает, окей, бот работает, кстати, дискорд же вырубил. Хотя он вроде пока не нужен, но на всякий случай.
Забыл, что я его вырубил. Смотрел летсплей по-русски. Даже не помню, что это. Хотя, впрочем, я, в принципе, мало что смотрел на русском, наверное, именно из игрового контента на ютубе. Всегда в основном смотрел англоязычных. Типа я смотрел, по-моему, Кобальта. Даже не Кобальта, скорее, а больше, наверное, до того, как его. Лысого-то, как я. Northern Lion. Вот его смотрел больше. Кобальта я не так много смотрел в те годы. Причем смотрел, но и думал, что у него типа видео только на ютубе. Я даже не знал, что он стримит. Типа я думал, что это типа такие видео просто на ютубе. Тогда даже не вникал, что это. Только потом узнал, что какой-то твич, оказывается, есть. Еще в году, наверное, 13 или в 14. Наверное, в 14. Да, Ларс это база. Ларс это ебейшая база. Но, увы. Ларс стал пекарем. Поэтому стримы, видимо, все. Стримы закончились. Ну, может, еще вернется. Кто знает. Но мне кажется, все, наверное. Мне кажется, вряд ли он уже будет так же, как раньше, стримить. Завтраки. Я не знаю, чем печет. Не видел. Может, он как-то показывал, типа, фото-видео с его этой работы. Но он реально пекарь, да, это типа не шутка. Он реально устроился в какую-то пекарню вроде. Причем уже, ну, довольно давно. Спасибо, 250 кукумберов за сердечко. Он там типа пытался стримить с работы вместе, но это, блядь, бред. Он типа стримы запускал вроде всем по своему времени, 3 часа стримил и типа шел на работу. Ну вот это ровно месяц, по-моему, продлилось. Так ты ебанешься жить, конечно. Типа стримы как у Ларса с фулл-тайм работой, ну невозможно совмещать. Выгоришь очень быстро. А я проебался, да. Я отвлекся. Я отвлекся. Ну, я верю, что я найду, видимо, Bomb Immune. Это все трактор. Это все виноват трактор. Я не виноват. Стоп, такие-то ягодки. Это что-то новое, что ли? Подожди. Это что-то новое? Я такой не помню песни. Просто такую еще не заказывали. Ягодки. Но с лопатой, конечно, я обосрался конкретно, да. Что-то вообще мозг отключился на секунду. Слишком быстро вышел. Ну, надеюсь, игра за это меня не накажет. Потому что у меня пока вообще нихера нет, чем играть. Я уже пропустил, считай, 2 кроллспейса. Ну ладно, раны на зверя обычно так не особо сложные встретить. Хотя, на самом деле, наоборот, на зверя часто раны сложные получаются, потому что, типа, меньше айтемов видишь в среднем. И меньше сделок видишь в среднем. Хотя формально, по идее, как бы, айтем рум это больше, правильно? Ты видишь, типа, на одну айтем рум больше, на один магаз больше видишь. Но видишь на одну босс руму меньше. И, наверное, на одну сделку все же меньше в среднем видишь. В ране на зверя. И сделки все же в среднем, наверное, более... решают, чем все остальное в среднем. Тут двояко. Новая порция кринжа. Ягодный кринж. Да ёб твою мать, что я делаю? Делаю хуйню опять, вот что я делаю. Что за идиотские тычки? Вот синяя. Вот враги хорошие для червей. Вот, да, лучшие, просто лучшие. Вот тут было бы клево найти, кстати, скотч. Но я думаю, хер тут скотч я найду, конечно. Тут вряд ли. Ты проснешься сегодня?
Ладно, съем. Съел. Хотя, драузи можно оставить на зверя, наверное. Как же я хочу играть от My Shadow. Как же это опасно. И того не стоит. Жму. Тык. Тык. Да ёб твою мать, я опять муху не вижу. Глаза на жопе. Блять, я могу нечаянно сейчас, кстати, отказаться от камикадзе. И потом получу бомб имбьюн, как назло. Я прям чувствую, что это произойдет. Если я еще возьму гэппесхэт, я по-любому найду или пироманьяк, или хосхэт. Через пару этажей. Прям скриньте. Скриньте, что я сказал. Именно так. Я хочу бифов. Так. Марикос. Было бы клево, если бы как камикадзе занимал бы типа с красных бы сначала. Но это была бы, конечно, имба получается. А, кстати, дырка стала больше. Вот эта дырка. От My Shadow. Но, по-моему, они дамажат не больше. Правда же, не больше. Блять, я потерял скорость. Типа дырка стала больше, но по факту, по-моему, ничего не изменилось. Они вроде дамажат так же. Блять, как же я хотел червей заспаунить. Неудобно. Нифига насрал. Ну, статы, возможно, однажды придут. Так, давайте пусть Эмдраузи оставим здесь. Это тоже может сейчас заработать. Хм. Угу. Нет. Хотя, погоди, там еще было красное хп. Короче, я надеюсь, уже я найду. Найду чего-нибудь в билд. Спасибо, еще 100 рублей у Кумбера. Синяя. Ну, синяя, окей, ладно. Давайте-то до конца уже дофармлю, наверное. Вдруг прокнет. Не прокнет. Я уже потерял 20 игр при послушании данной музыкальной композиции. Но эти IQ не может уходить в негативное значение. Ладно, извиняюсь. Это была шутка. Еще и кривая. Там отрицательные скорее. А не негативные. Негативный это стример. Спасибо за 100 ногов. How long, what? This song? This song is pretty fucking long. Like all of this beautiful children songs. They're very fucking long. Минус T-rate, пиздец. Вот мы и приплыли, походу. Окей. Как я это задолжил, не знаю. Как что?
А муха, да, она бахнула? Или червяк? Не понял, почему я там урон получил. А, ну, впрочем, окей. Ладно, я нашел другую активку, получается. Другая активка обнаружена. Мегамаш. Не самая цель, на самом деле, лучшая для Мегамаша, но... Блять, это... Обожаю эту тень, да, она же скелится. Причем она, по-моему, скелится... По-моему, она реально скелится, она не только визуально больше. Да, она реально огромная. Она реально увеличивается. Причем не знаю, почему и только с Мегамашем. По-моему, больше она ничем не увеличивается. Если не ошибаюсь. Ай, блядь, там ебланы остались. До босса не дойду уже явно. Ладно. Капец. Дыра реально здоровая. Мемно. Что вроде я тестил, пытался вроде типа хитбокс увеличивать, и вроде мэш этого не увеличился ничем, кроме Мегамаша. Там, похоже, уникальная синергия для Мегамаша зачем-то. Только для него. А больше нету. Опа, амнезия. Да что-то другое заиграл уже. Блин, это самый херовый, кстати, этот челик. Надо бы другого найти. Да ёпта, такая рума неудобная. Эти ебаные каменные пизда мешает просто в этой комнате. Ну, дальше уже падать некуда, окей. Теперь я нажимаю, видимо, все таблетки. То есть я нашел реально тирсдаун из экспериментала, и тирсдаун нормально нашел. 1.6 тирейт. Прикольно. Здорово, слепенгай. Почему день не очень добрый? Чего так? О, этот файт будет нахуй на, блядь, 500 лет. Просто на 500 лет. А, заболел. Тогда сочувствуем. Желаю вам разболеть. Разболеть? Есть слово разболеть? Короче, получается вылечиться. Painfully long fight, yeah. That's what two tears downs gets you. With a shit turret anyway. Ой. Я опять не увидел. Таким волям. Тут плюс. О, какая странная атака из-за замедления, как будто. Капец, там качество клипа просто охеренное. Что 40 пи, по-моему, или там. Или 40 пи просто. Прям пиксельный клип. Нет, ты не угадаешь следующую песню. Даже не пытайся. Окей, тирейт, сделки нет, похуй. Главное, хоть дайте тирейт, пиздец. Хоть какой-то тирейт. Вернул хотя бы, типа, около базовый тирейт. Пизданись просто, нахуй. Тирза просто нереальная. Причем, я, по-моему, ел тирзап, да, ведь в этом ране? Подожди, я свечусь синим. Я реально ел тирзап, а потом съел два тирздауна, и у меня стал тирейт 1.6. Каким-то образом.
Мне же это не приснилось, что у меня тут терзап был, таблетка. Потому что я вроде синий. Это вроде от терзапа, по-моему, эффект, по-моему, такой. Правда же от терзапа я такой синий? По идее, да. Ну, возможно, нет. Окей, скидка хотя бы неплохо. О, просто пошли отсюда. Да господи, опять кошка под окном орёт. Что там происходит с ней? Ты за окно, что ли, вытащил погулять? Надо блюбика менять, чтобы он нормально срал, а не этой белой залупой. Сербский? Не. Увы, увы, не сербский вариант. Для сербского нужен камон. Он вроде нам кидал, по-моему, сербскую версию. Вроде было дело. Бебик так, по-моему, всегда заряжался. Или воз... А! Нет, потому что у меня тринкет. Это из-за трикетон, да. Я даже и внимания, кстати, не обратил. Да, это из-за трикета. Трикет же это быстрее детей перезаряжает. Ну, вернее, дает им больше терзы. У них терзы больше, но, видимо, и перезаряд быстрее, да. У таких детей. Прикольно. Прикольно. Ну и кто же песенку-то поет? Чат угадывайте. Или бан. Черви же остаются, да? А черви на одну руму, я думаю, они остаются. Пиздец, они даже не переходят со мной по руму. Какое говно. Да, ну и параша, конечно. Блять, не скорость, не круто, это будет опять хуёвый мегамаш. Ура, я прошел две румы. Кайф. Да, две румы, потому что я еще взял батарейку на два заряда. Вообще нихуя не прошел этим мегамашем. Он-то желтый, а не оранжевый. Ладно, может быть оранжевый. Это по-любому кошка. Дюк? Жестко. Эх, Дюк такого не видит. Ух, Дюк бы вам бы устроил. Спасибо за 100 рублей, кукумбер, еще и за комиссию. Этот ран немного уже угнетает, честно говоря. Легкое чувствую угнетение, так. Диспейр от этого рана. Налет такой диспейра. Такой прям уже уверенный. Нужна очень хорошая сделка прямо сейчас. Это для фарма неплохо, кстати. Ну, хочу ли я фармить? И тогда я потеряю жопера. Не, жопера, ладно, жопера я могу оставить здесь на самом деле.
Где не влезло. Так, все, у нас пошел, походу, стрик детских песен. Фига, он нассал, блин. Терзан. Хорошо. Damage up, но это очень маленький damage up. О боже мой, как же это плохо. Ну окей, я оставлю Джокера здесь, пофиг, заберу с собой душу Магдалены. Потому что в аркаде там в теории можно подфармить. А, кстати, не было еще в этом руме. А, кстати, золотой ключ. Я его пропустил. Лол, вон он. Видимо, еще на Мегамаше, может, шел, поэтому обратно не пошел. Окей, тогда... Тогда я могу вот это проверить. Пятера. Бля. Это вторая часть Гапи. Бля, тогда я не смогу оставить здесь Джокера. Почему эта песня похожа на какой-то блатняк по мелодии? Да очень странно, потому что детская песня. Таблетос, кстати, да, надо бы сменить. Что-то, что-то это для тупых. Один ты у нас умный, Виллениум. Ладно, от этого оставлю. Ну давай-то заберем с собой Жопером. Бахнет. Пожалуйста. Окей. Повезло. Блять. Подождите. Подождите. Там можно телепорт паролить. Или магаз? Не, в магазе не было, ничего. Окей, паролю. Ура, книжка. Блин, книжка заебись на дверь, но... Все же думаю, я лучше пойду с Мегамашем дальше. Кстати, я могу передумать. А нет, не могу. Этот у Таши уйдет, этого этажа не будет. Этого этажа не будет. Будет другой Депс 1, потому что я сейчас пойду пятак нажимать. Очень странный рум. Рум? Странный ран. Хотел сказать рун. Рун. Рун, рум, ран. Ладно, пофиг. То есть теперь компас, это хорошо. С компасом веселее будет уже бегаться. Так, не надо время тратить. Лаверс. Успею до босса дойти. Здорово, лисенок. Осуждаю обсуждение моей дыры. О, а это кто? Это Татьяна. Я Татьяна. Спасибо за 30 рублей, ленивый некроморф, за сердечек. Так, полетели. Блять, еще три красных. Игра издевается. Я не хочу бить ангела. О, окей. Фига себе. Ювелирно задоджили. Я не хотел тупать хуйню. Ладно, давай делать все красные, пофиг.
Золотой пульт, вау. Вау, уви. Вот это же вроде Игорек. Это ноунейм Либра, это Либра импостера, это Альт Либра. Я забыл, кто это. Я забыл ник. Кто это? Кто знает, кто это точно будет с его стрима. А это Хавчик, вспомнил. Просто фанат Либра. Оптимус Прайм. Тоже вариант. Так, таблетки я не нажимаю, наверное, красного чудика лучше уже оставлю. Ухуй. Игапи. Где мой Игапи? Это не Игапи. Надо походу играть реально этим чудиком, потому что у меня билда вообще нет. Да я вообще никого убить не могу. Ну, он спектральный. Приятно. Спектрал есть. Давай, это корова. Нахер. Нахер ваших блох. Это поможет. Это поможет, но у меня всего одно синее. Я могу в конце этажа, правильно, просто... запрокать, да? Я могу в конце этажа, типа, прокнуть крокеторп на открытие двери. В принципе, нормально будет. Да, блок я мог распаковать, и тогда было бы больше денег, но не поебать. Мне уже на все поебать в этом ране, он меня заебал уже этот ран. С лопаты, по-моему, все еще не отошел. Я лопату скипнул. Он все еще не отошел морально. Хотя, может быть, я бы, кстати, лопату выбросил после нахождения Мегамаша. Не уверен. Не уверен, что лопата хуже Мегамаша. Или то есть лучше Мегамаша. Хер его знает. Есть какая-то синергия с BFF King Baby, но я не хочу брать King Baby-ка. В принципе, не особо хочу собирать конжоинт, наверное, в этом ране. Хотя надо босса чекать, там может быть босс на кошку. Это не он. Ешь червей. Да, я знаю, что он дает саму наводку детям, но детей нету. Удачи. Не-не-не, отдай. Так, с Сакрумы вроде плевать. Или не плевать. Да не плевать. Я все равно сделку уже видел. Не-не, пофиг. Шлем. А, я поменял бэби, когда. Блять. Ну, потому что я забыл опять. Ладно, похуй. Я забыл, что таблетки есть, мне уже не стоит. Ладно. Хуёво, что дали минус скорость. Очень плохо на Мегамаш. Когда нет полета, нет скорости, это очень печально. Так, эта рума не пройдется никогда в жизни. Мне еще фулл карта будет нужна сейчас.
Ура, я прошел 3 румы на Мегамаше. Вау. Вот это балдеж. Ну что, минус скорость? А, минус тирет, минус дамаг, окей. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Тоже достойный, по-моему, экспериментал. Вполне себе достойный. Ну, дамаг я сейчас пофикшу негативом. Фига их зажало! А чё они не сдохли от этого? Несправедливо. Трачу деньги на хуйню, и мне похуй. О, терзап. Ел терзап? А вот, вот он, да, вот он. Терзап, я его реально ел. То есть мне это не приснилось, что я уел. Реально было. Редриан. Поздравьте с переездом в Мурманск. Это сильный переезд. Для сильных мужчин. Получается, поздравляем. На кошке таки нету. Я вернулся. Да всем пох, в смысле, с возвращением, Фрейдок. Скорость. Я бы скорость. Я же не видел, да, фулл-карту все еще? По-моему, не видел. Россизния, что? Что? Чего? Чего нахуй? Что-то про расизм, но про это? Россию, что ли? Чего? Кто говорит на языке яйца, просто я не говорю, я... Моя не понимать. А вот она. Хм. Зарядик, но нахрена мне он нужен? Какого яйца? Вопрос хороший. Которая жареная, которая в чате. Ты фьючерс. Не пизди ты, другалек. Никакой ты не фьючерс. Это я, может быть, зря взял сейчас. Ну, кстати. Посмотрим, может быть, не зря. Ладно, один факт у меня был, типа, одна тычка была. В любом случае. А ты ваучерс. Нет, ты волк. Ауф, а я проебал только что бунхард. Ауф. Тоже зря. Да, я могу негатив оставить. В этом как бы идея, что я сейчас заберу негатив и ударю себя по лицу. Въебалось, я очень больно ударю в стартовой руме. Очень больно ударю себя в еблон. Я заберу с собой тогда дэмэдж. А да, синий есть, точно. Я же видел, она по карте что-то забил хер. Так, хорошо. Карта наготове.
Опять пытаюсь червей спавнить. Даже маленько вроде получалось. Ага, отключит, у меня заканчивается. Ну ладно, то оставлю. Плохо поставил. Сильно близко поставил. И тюня. На! Чё-то походу сильно не хватит такими темпами. Как бы червей настакать здесь? Неудобно, капец. Ну, чтоб она ногой прям в тени наступила, но тяжело сделать, это тяжело сделать, забей, да. Ну, кстати, неплохо у него хп отняло при этом. Нормально. Эх, нет сделки, жаль. Жаль, ну ладно. Бабах. Так, там еще, да, были синие? А, реально, все-таки прохло. Я уже не верил, что прохнет. Ладно. А что были за карты? Я не помню, что были за карты. Там были карты полезные? Фортуна, хрень. Да, теперь синие, в принципе, не нужны, но все равно можно было забрать. Чтобы было фул хп. Как минимум. Хэнгитмен. Хэнгитмен может пригодиться. И вообще, давайте-ка еще полудоманим маленько. Драузи я, по-моему, оставлял, кстати. Да, драузи я, по-моему, оставлял. Красное сливать некуда, да? Не, нет, я сама тоже взорвал. Опа! First try. Шикарно. Шикарно. Отпусти меня. Блин, гапи так и не нашли. Пуска. Думал, компас нет, просто нихера нету рядом. О, так и знал. Срез очка. Это все на этаж говно. Этаж все равно говна. Ешь червей. Эй, блять! Бежал. Прям перед боссом. Тоже так-то удобно. Да, это Чиномарена тоже. Ну, довольно много, да, было сайт-проектов. В чем это старый сайт-проект. И очень, по-моему, Team Sleep еще есть тоже из старых. Тоже прикольный. Сейчас там, кстати, по-моему, у этого альбома будет у Кросси снова, там тоже Чиномарена. Тоже прикольная штука. Но уже более такое электронное, по-моему. Так, ладно, пошли отсюда.
spent it. It's gone. Just get over it. It is gone. How could you have spent our savings? Билд на Мегамаше. На Мегамаше и на блевотне. Тут ужасно. Представил. Не думаю, что я карту уже лучше найду, чем странь карту. А, это не опция. Окей. Ой, я мать. Билд на сейвингс. Вообще... Тупо можно, может, даже пушить. Румы легкие проходим, остальные скипаем. Может, тут пару этажей так смогу пробежать, кто не уверен. Рано прошло. По-моему, этот ран четвертый сегодня уже. Или четвертый. Опа, нашел. Хе. Даже без лопаты нахожу. Упущенная лопата. Опа. Тут парень довольно полезен. Это Некстер, я успел на продолжение. Мой мозг не осиливает такую формулировку, что это значит. Я не понимать. Предложение чего? О, яйцо. Уже не пригодятся в этом ране яйца. А! Могли в нос опять пернуть. Грибы опасные. Вроде это румы я всегда смотрел. Он ничего не оставлял. Ран ебаный час, просто пиздец. Опять хуй я сделаю 6 ранов сегодня. Эти игра уничтожает. Ну, сам лопату не взял, мне кажется, не факт, что я лопату взял бы вместо Мегамаша. Прям вообще не факт. Чуть кофе не пролила. Осторожнее. Надо кофе проливать. Привет, Юнова. На B2 чекнет золотую. А, окей, может быть там скипал, да. Возможно. Так, если Мегамаш нужно заряжать. Я думаю, так его заряжу, наверное, перед боссом. По идее, должен. Ой, бля, он уже сдох. Не, я там был, походу, подожди. Точно на B2? Там что-то вроде отображается. Или не было, подожди. Не, я был, он здесь Void был. Так что, видимо, я везде был. Все-таки. У нас выработка кроватка мне похуй на получение урона. Кроватки все починим. Все хп восстановится. Ты умираешь. Ран просто омерзительный. Я пройду двух всадников, наверное. На Мегамаше. Ну а дальше будет стрэнг-карт. Надо догму одолеть, главное.
Хотя я могу, да, червей спавнить, если постараться. Типа не особо удобно, но можно. Это хитбокс поймать, где они появляются. И чтобы я сам урон при этом не получал. Ну да. Плюс-минус работает. Ой. Он тоже дамажит. Жижа тоже дамажит. Давай, летай, летай, пока я тебя покорябал. Не хочешь летать. Приди нам. Тут я уже потеряю. Потому что на зверя будут. Там я уже не похилюсь до максимального. Только до 6 хп максимум. Ну окей. Стрэнг карта сейчас похилит на 2 хп, да? По идее. Ну не, на 1. Почему на 2? Червей. Червей тебе въебало. Куда они поползли? Вы куда пошли? Под потолок. Может быть, трех успею убить? Вряд ли. Долгие анимации слишком. А, не, реально успею трех убить. Офигеть. Удивительно. Ровно, ровно трех убил. Найс. А неплохо получилось по итогу. Нормально. Господи, даже косы кусать пытаются. Все, они все сдохли. А не, погоди, они из лавы вышли. Подожди, что они были в лаве, часть? Они из лавы сами выползли. Какие способные черви, однако. А, его червяк поймался, еще один. Блин, рано реально про червей получается. Одни черви в этом ране. Черви и блевотня. Прекрасный завет. А, муха не улетает синяя. А муха не улетает синяя. Окей, теперь пошла. Надо ближе стоять, видимо. Хорошо. Хорошо. Ой. В червей насрал. Фига, я там насрал червей. Офигеть. Причем реально удобно, что я дэмэдж не получаю, а черви появляются. Хитбокс интересный. Видимо, он чуть дальше меня, поэтому срабатывает. Где-то не пом. Червяк пытается его сдерживать. Да, нож жопы тоже хорош на зверя. Тоже удобно можно пользоваться. Да. Окей. Ну. И без лопаты можно в раны выигрывать. 212.